Итак, друзья, всем привет! Сегодня у меня на столе магнитола Android серии Topway. Это серия премиум на процессоре 7862. Сейчас речь просто не об этом. Сегодня я бы хотел поговорить о таком моменте, как темы. То есть темы, которыми можно украшать свой рабочий стол. This was not your fault. Вот, насколько вы помните, вот у нас тут есть такое приложение темы, и в нем доступны, значит, различные вот такие вот, как сказать, оформления рабочего стола. Есть причем как простые оформления, просто без навигатора на рабочем экране, без виджета. А есть темы с виджетом. Проблема в том, что в основном все эти темы у нас платные. Так, да, бесплатные темы у нас доступны вот здесь по стрелочке. Можем посмотреть их. То есть по умолчанию их всего 2, 3, 4 установлено. Если там у вас их 2 всего лишь, то вот можете нажать на шестеренку и тут нажать апгрейд. Во-первых, то, чего некоторые владельцы этих магнитол не знают. Вот здесь, если в настройке темы вы нажмете какую-то случайную галочку, то у вас может не открываться потом приложение на весь рабочий стол, допустим. Виджет будете пытаться нажать, а он не будет открываться, потому что вы где-то запрет нажмете. У каждой темы есть свои настройки. И, пожалуйста, вот если у вас что-то на рабочем столе не работает, загляните, пожалуйста, сюда, в эти настройки, и проверьте, все ли с ними в порядке. Далее, что тут у нас есть, если мы зайдем сюда, вот, давайте выберем тему вот эту, где у нас есть, допустим, машинка, использовать ее. Заходите вот сюда в темы, заходите вот сюда настройки, нажимаете вот сюда. И вот здесь вот на эту вот иконку долгим тапом нажимаете, жмете, жмете, держите, пока не появится вот это вот меню. Здесь вот есть вот такая строчка, называется симуляция скорости. Если вы ее нажимаете, вот она сейчас у нас активна, переходите на главный экран. У нас здесь показывает, как будет вести себя тема на скорости. То есть вот здесь вот на скорости есть анимация, будто машина едет. Чтобы убрать ее, заходите сюда, отключаете. Также тут можно перезагрузить тему, если она у вас что-то некорректно с ней. Заходите, перезагружаете. Вот эти настройки я раньше не показывал, сейчас решил показать. Итак, тут у нас всего 4 темы, 2 из них у нас без виджета рабочего стола. И две с виджетом. Сегодня я вам немножко покажу, как эти темы добавлять. Сделаем их чуть-чуть побольше. Есть только... Для этого нам понадобится вот эта вот наша флешечка. Втыкаем ее. Так вот она у нас отобразилась. Сейчас мы заходим в проводник. Заходим на флешку. Тут я вам скину папку, которая будет называться темы. В этой теме, значит, можно найти вот эти вот Launcher 2, Launcher 10. Берете, значит, пробуйте установить, допустим, Launcher 10. Устанавливаете. Затем, после того, как готово, нажимаете кнопку на домашний экран и выбираете приложение Launcher. Смотрите тему, если она вам понравилась, то переходите в меню, то есть потестируйте ее, переходите в меню, также, ну вот, возвращаетесь в проводник, жмете так и нажимаете всегда. То есть вот этот лаунчер у вас останется навсегда. Хотите попробовать, допустим, другой лаунчер, заходите также в эту папку, нажимаете, допустим, вот этот лаунчер. Вот этот, кстати, мне больше всех нравится, сейчас объясню почему. Вот он установлен. Нажимаем на главный экран. И вот он у нас вот такой вот очень большой. То есть тут огромный виджет просто рабочего стола. Можете поставить его. Все приложения, которые вы хотите, допустим, поменять, вот заходите через тему, нажимаете на загрузки, ставите, допустим, вот это, использование. И перейти к настройке. Допустим, сделайте так же снова.
Вот, перейти к настройке, ставите всегда, и у вас возвращается тема, которая установлена по умолчанию. Пока, то есть, лаунчеров немного, всего 3-4 штуки, но если будет что-то новенькое, я буду, конечно, добавлять в эту папку. Так, ну в целом по настройке тем все, то есть берете, скачиваете АПК, устанавливаете, если нравится, оставляете, если не нравится, меняете через тему. Сложностей никаких нету. К сожалению, пока само приложение взломать не получается, нужно будет выкупить VIP и попробовать оттуда наскачивать тем, они также будут в АПК и потом уже их выкладывать. То есть будет что-то новенькое, я обязательно буду в папку добавлять. А пока, то есть, папку скину на диск и открою под видео всем доступ. Кому интересно, скачивайте, устанавливайте. Лично мне вот понравилась вот эта вот тема. Где она у нас? Мне понравился вот этот вот лаунчер, который у нас устанавливается с большим, с таким виджетом на весь экран. Таких больших виджетов я еще раньше не видел. Если у вас, допустим, получается ситуация, как сейчас, то есть я вот лаунчер установил, а мне не предлагает его выбрать в качестве темы по умолчанию. Заходите вот сюда в настройки, нажимаем «Установить рабочий стол по умолчанию», «Лаунчер», и он переключается на него. То есть все, никаких сложностей нет, и работаете, пожалуйста, с ним. Кстати, вот на этой теме еще есть такая штука, допустим, если у вас ТПМС подключен, можно смотреть за давлением шин. Наверное, крутая, конечно, штука. Тема сама дальше направо-налево не переключается. То есть вот. Вот. Так. Все, пожалуйста, по темам. Значит, на этом все. Ждите следующее видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если кому-то было полезно. Всем до связи.